Приветик. Добрый вечер. Вы откуда и куда? Из интернета в интернет. Ясненько. Какая тема разговора у вас есть? Политика. А именно? Какая страна? Страна, в которой я родился, Россия. Так. Что вас интересует о политике России? Когда она уйдет из Украины? Когда уйдет? Да. Ну, смотря что считать вообще Украиной, начнем с этого. От этого будет дальнейший ответ зависеть. Ну, Курская область и все, что до Казахстана, это Украина. И давно? Непонятен вопрос? Я не вижу смысла отвечать вопрос на вопросы незнакомому человеку. Мы здесь не вопросами общаемся. А зачем вы сюда зашли? Вы же зашли пообщаться? Тебя ебать, я не отвечаю на вопросы незнакомым людям. Я говорю все, что я хочу. И все. Я здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы. А, ну ладно. А задавать только, да? Я тебе никаких вопросов не задавал. Ты мне задаешь вопросы, ты со мной как мент ебаный. Ты мне задал, когда Россия уйдет из Украины. Это вопрос или не вопрос? Ты спросил, что я здесь делаю, я тебе сказал насчет политики, что тебя интересует. Это был риторический вопрос. Я от твоего мнения мне абсолютно как бы не важно оно в данном случае. А зачем ты тогда спросил это? Риторический вопрос. Задаю, чтобы посмотреть температуру. Какую? Ректальную? Психологическую. Психологическую температуру? Да, сколько здесь долб***ов сидит. А кто такие долб***ы? Ватные долб***ы, которые считают, что они имеют право ехать, убивать, грабить и насиловать соседей. Ну, ты же защищаешь долб***ов, которые имеют то же самое право. Тебе же это не мешает? Или им можно? Люди, которые защищают свою страну, ты считаешь, что они не имеют права на это? А что именно защищала Америка в Европе в 20 веке? Причем здесь Америка? Ты какое отношение, например, к Америке имеешь? Пример? Мы с тобой разговариваем о России. Нахуй, блядь, ты. Давай про Австралию. А Россия... Давай про Австралию поговорим. Давай про Японию поговорим. Хорошо. Мы здесь разговариваем про одну страну. А мы разговариваем про Россию. Она существует в вакууме. Как у меня она существует? Я смотрю, ты очень глубоко разбираешься в геополитике. Я ебал в рот твое мнение. Ну, неплохое начало. Вы улыбаетесь только, когда вас оскорбляют. Я не улыбаюсь, я смеюсь. Мне похуй. Так, что еще? На что тебе не похуй в твоей жизни? На многие вещи. Например? Надо уметь отвечать, блядь. Я не собираюсь с тобой диалог какой-то выстраивать. Бедолага. Что ж ты такой неподготовленный? Вышел в рулетку повыпендриваться и такой слабенький. Ну так не пойдет дело. Ну это вы считаете, что, блядь, вы ищете слабости в других людях, не замечая своих. Да зачем искать? Ты просто ходячая слабость и... Изображение слабости. Хорошо, это из палат меры весов. Ну, это твое мнение. Так все-таки на что тебе не похуй? Оспаривать. Я не собираюсь отвечать тебе на вопросы. Почему? Ну, что я с собой не для того, чтобы диалог выстраивать какой-то. А для чего? Я просто говорю то, что мне надо сказать, и иду дальше. А смысл в этом какой? У меня есть смысл, тебе я его не собираюсь говорить. Хочешь, я за тебя скажу? Я ничего не хочу от тебя. А я все равно скажу. Тебя же люди все-таки смотрят. Да? Ты же для них как бы что-то хочешь донести. Так вот, ты пафосное чмо, которое предало свою страну, съебалось и самоутверждается тем, что поливает ее грязью. Угу. Вот и весь твой смысл, дорогой. Угу. Люди все сами решат за тебя. Люди, блядь,
Людям не надо, рассказывать свою ебанину, свое субъективное мнение. Согласен. Люди плюс в чат, кто со мной согласен. Сейчас посмотрим. А что, на телефон по новее не хватило денежек? Мы тебя ебем. Ну хорошо живешь, да, понимаю. А ты думаешь, что выражается, что качество жизни выражается в ценой телефона? Ну, один из параметров, конечно. Да? Да. Ты действительно так думаешь? Думаю, да. Ну, значит, ты долбёб. Видишь, ты опять улыбаешься. Я не улыбаюсь, я смеюсь. Ты не можешь понять разницу. Ты улыбаешься, когда я тебя опускаю. Ты улыбаешься, когда я тебя опускаю, потому что ты ебаная вата. Ты ебаная вата. Ничтожество не может никого обратить. Ты ебаная вата, вот и все. Обоснуй. Или пиздобол. А в глазах субъективное мнение какое-то, субъективное какое-то мнение. Какого-то нахуй долбоеба в помаде. Это ты, конечно, выучил словосочетание хорошее. Субъективное мнение. Продемонстрируй, пожалуйста, объективное мнение. Пошел нахуй. Ну вот и все. Ну и требовалось доказать. Вот и завали ебало. Вот и завали ебало, блин, ну что, я так надеялся, что ты хотя бы не, что-то из себя представляешь. Ты видел дроны, обидно, которые поливают российских солдат напалмом? О, это что-то новенькое, рассказывай. Так, и? Продолжай мысль. Ты знаешь, как российские дроны сбрасывают гранаты? Рассказывай, я слушаю тебя, весь во внимании. Стаканчик, граната, значит, чеку за какую-то веревочку, стаканчик опускается. Короче, если запретить импорт стаканчиков в Россию, то вся эта война будет проиграна. Импорт стаканчиков. Так что не запретите импорт стаканчиков? Да. В чем проблема? Все уже, все, что можно было запретить, блядь, если стаканчики запретить, то там... Что запретили, а нихуя не получается, да? Что ж такое? Не получается? А что получается? Ты список брендов подбери, которые уехали, подними, которые уехали из России. Список брендов? И что? И на что это повлияло? Да. На качество жизни. Чье? Ну, не твое точно, потому что ты брендом не пользуешься. Ну так и нахуй оно мне надо. Короче, заебал, блядь, заебал. Ну не уходи, пацанка. Блин, такой хорошенький. Ну, не знаю, за что уцепиться. Просто заебал. Это ты.